Христос воскрес! Сегодня Евангелие мы сочли нужно прочитать от Иоанна, 29 зачало. Эти слова известны должны быть нам, потому что часто на иконах Христа Спасителя эти слова начертываются на Евангелии, которое он держит в своих руках. Говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вот очень важно для человека, и, к сожалению, это не всегда бывает, но в результате своей жизни вот это очень глубоко почувствовать свое хождение во тьме. Потому что то, как человек строит свою жизнь, как правило, обычно свидетельствует о том, что он вообще не знает, как ему жить. Человек повинуется каким-то внутренним таким импульсом своей души, которые, к сожалению, часто бывают греховными. Повинуются своим страстям. Вот какие страсти в данный момент на него воздействуют, таков и поступок человека. Вот если его что-то раздражает, он раздражается. Если он какое-то благодушное настроение, он становится говорлив. Вот. Если у него какая-то боль или уныние, он становится угрюмым, молчаливым. Если на него кто-то посягает, он старается дать отпор. Если на него напали, дает сдачи. Если им причинили какую-то неприятность, он взамен тоже хочет уязвить или отомстить. И вот так вот человек живет, и Господь знает, что такая жизнь, она приводит к духовной смерти человека. Он становится во всем подобным животным, которое действует точно так же. Господь хотел бы, чтобы мы подчинялись не своим страстям, потому что мы люди грешные, и наши страсти воспаляемы бывают от гиены. То есть вот наши желания, наши стремления, то, от чего мы получаем удовольствие, к сожалению, все отравлено грехом. Вот Господь пришел как свет и в своей жизни высветил вот ту красоту небесной жизни, которую должен жить человек. Вот Господь сказал: «Я был болен, а ты меня посети». Хочется тебе ехать, не хочется. Этот человек тебе приятен или мало знаком. Легок он в общении или труден. А это совершенно не важно. Каждый человек достоин любви. И подчиняясь Слову Божию, человек идет и посещает такого больного. Получает от этого небесное, благодатное, духовное. Потому что если бы он послушался бы своих инстинктов, своих страстей, жарко, неохота, времени, долго ехать, у меня и отвезти ему нечего особенно, а так неудобно. Мало ли могут быть каких соображений, чтобы не ехать. Но вот если преодолевать свою косность, нежелание жить по Евангелию, то тогда мы сумеем обязательно это преодолеть. Всякое искусство, оно требует непрестанного разумного повторения. Любое. Искусство музыки, живописи, стрельбы из лука, что угодно. Постоянно нужно упражняться. Тогда человек достигнет известного мастерства, искусство, может быть, произойдет и многим. Но если этого не делать,
то, конечно, под лежачий камень вода не течет. Поэтому мы должны постоянно в этом упражняться. И каждый раз нужно стараться поступить против своей страсти. Если гневаюсь, то буду молчать до тех пор, пока гнев не утихнет. Потому что, что бы я в гневе ни сказал, это всегда будет раздражение, это всегда будет агрессия против другого человека и так далее. И так далее. И так во всех поступках. Если бы вот мы сумели бы это почувствовать, что жизнь по страстям – это блуждание во тьме. Потому что, во-первых, страсть, она никогда не бывает насыщаема. И вот мы знаем и по себе, в первую очередь, конечно, когда проявляется одержимость. Ну, например, тоже все мы этим страдаем. Саможаление. Каждый из нас неплохо к себе относится, любит себя нежно, желает себе всякого блага, вот, и прочее. Вот, жалеет себя, жалуется на всех, которые как-то притесняют. Вот, любим мы это. Но взять и удержаться от этого. Удержаться. Понять, что вот это неправильно, это нехорошо, это несправедливо, это эгоизм, это глупость, это дурное поведение, это отсутствие воспитания, это в конце концов неприлично, потом это противно всем остальным и так далее, и так далее. Что это тьма. И взять против этого начать поступать. Когда вот бывает такое отношение, возникает какое-то такое ощущение необыкновенной любви к себе и жалости. Вот, мол, я несчастный, меня никто не любит. С гневом постараться это чувство отогнать и с молитвой пытаться его победить. Тогда мы увидим, что, оказывается, мир не так уж плох, люди не такие скверные, не так уж они сильно нас донимают. И ничем они особенно хуже меня не являются. И все сразу изменится. То есть человек выходит на свет Божий. И вот каждый раз, поступая так, в одержимости любой страсти, мы сможем жизнь свою этим самым приукрасить. И, конечно, не только нам, но и всем вокруг будет от этого радость. Потому что вот эта тьма уныния, она будет разгоняться. И, конечно, младшее поколение, дети наши, они тоже, видя, как мы это все преодолеваем, будут нам в этом подражать. В чем помоги нам, Господи.